Особый водосвятный перезвон. Такой звучит только в праздник Крещения Господне. Он сообщает о чине великого освящения воды. В Барнауле уже утром у Знаменского женского монастыря масса прихожан. За крещенской водой целые очереди. А после литургии традиционный крестный ход. Кстати, первый официальный после ковидных ограничений. Маршрут шествия от Знаменского монастыря до крещенского городка на Оби. В этом году на реке все сделали по канонам. Построили городок с часовней и Иорданью, возвели купель. Освящал воду митрополит Сергий. Во Иордане крещающийся тебе, Господи! Для соблюдения мер безопасности дежурят оперативные службы и правоохранительные органы. Предусмотрены пункты обогрева, баня и палатка с бесплатным чаем. На купели находятся спасатели. На лед они запускают сегодня людей больше, чем обычно. Толщина льда нормальная, устойчивая. Структура льда хорошая в этом году, кристаллическая. Толщина в среднем 55-60 сантиметров. Но в принципе это и по краю да, такие же толщины. Несмотря на теплую погоду, желающих окунуться в купель в этом году было не так много. А тем, кто все-таки отважился, напротив, не хватило низких температур. Шикарные. Водичка самая теплая. Морозец, конечно, поинтереснее. Но греет-то святое, поэтому рекомендую вам искупаться. 60 с лишним лет этим делом занимаюсь. 10 лет эту Иордань освящаю вторым. Знаете, я иду ради чего-то. То есть, ну, ради детей, ради умерших и живых. Тогда легко. Тут ради чего-то. К этому нужно готовиться. Нужно в течение года, если вы моетесь в душе, вместо теплой воды смывать себя, это вот намылились и потихонечку смывать холодной водой. О том, что погружаться неподготовленным в необорудованную купель нельзя, говорят и сами священники. Главным условием для погружения в воду должна быть вера. Вот. А еще оборудованное место, да, и обязательно наличие людей, которые могут или обладают навыками спасения утопающих. Тем, как оборудована купель, люди остались довольны. Но, судя по комментариям в соцсетях, барнаульцев возмутил тот факт, что в этом году окунуться в главную купель нельзя было в крещенскую ночь, в отличие от прошлых лет. Первые омовения начались сегодня в полдень, после освящения купели. По традиции обычно купание начинается после второго освящения, то есть после крестного хода, и традиционно все года так и происходит на центральной купели, когда владыка освящает и начинается обряд купания. Почему обряд начался позже, чем обычно, никто не смог дать пояснений. При этом спасатели на Оби рассказали, что ограничения были только на главной купели Барнаула. А вот на озере Пионерском желающие совершить обряд могли, начиная с полуночи. Видимо, на этом водоеме по православной традиции действует общее правило. Вода становится святой и без специальных обрядов. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком.